через несколько участников. Пьер Нгуен, очень сильный спортсмен из Франции. И Леонид Корей из Израиля. Все эти спортсмены очень неплохие. Вот представитель сборной Украины. Украина. Ну, традиционно. Чуть-чуть ошибся в позиции Гунбу. Украинская школа, наша братская школа, все были в свое время в федерации УШУ СССР. Николай Матулевский, президент федерации, член исполкома Международной федерации УШУ. Его жена Людмила Владимировна, старший тренер сборной, а сын выступает на этих соревнованиях. Пусть так пока не слишком вот удачно. Такая вот, да, семейная традиция у них. Они, целая семья у них в УШУ. Это приятно, что есть такие семьи. Вот у Шавандина, конечно, скорость чуть-чуть пониже, техника, чем у Муратова. Техника. Даже... Да и так бледнее немножко он спортится, конечно. Ну, ошибка вот какая-то на пустом месте, что называется. Ну, странная поменьше. Позицию Кубу не прошел, не дотянут немножко спортсмен. Не удержал Кисипенхен равновесие. Тоже ошибка такая достаточно типичная. Заканчивать упражнение. Видите, да, умудрился даже здесь. Да, усталость, она сказывается даже на таких вещах, как позиция. Ну, к сожалению, Фибу. Вот это вот как раз из, что называется, той серии, когда вроде бы всего хватает, но чего-то не хватает. Да, да. Ну, хорошо выступает, и техника есть, видно, и школа есть, а ну вот не получилось. Почему не получилось? Тут, я думаю, вопросы, в первую очередь, конечно, психологического конечно, плана. Конечно, перегорел немножко. Оценка 9.36 у первой, это тоже не низкая. Да, это не низкая заявка на медаль. И, безусловно, это достаточно тяжело. Так, вот. Так, вторая оценка за дух у него 2.5, 2.5, 2.6. Тагира Муратова вряд ли он обгонит, конечно. Нет, я думаю, что не обгонит. Тагира Муратова там, Ер Нгуен сейчас выходит. Достаточно серьезный конкурент. Вот он готовит свое видео в желтом костюме. Рядом его тренер. Ну, практически телефон спасения у нас получился.